Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Mana Spark. Mana Spark. Либо просто Mana Искра. Так, говорю сразу, игра на стадии разработки. Поэтому. Так, музыку немного потише. Игру ли на английском? Ну, сейчас посмотрим. Лейдинг. На движке, кажется, Юбик сделано. Так. Мне не нравится эта вертикалка почему-то. У меня сломата. Я, кажется, не туда нажал. А, не. Чего? Так, ролл. Переворот. Так, движение. Инвентарь. А, интеракт. Так, а им прицел и шот. Что с разрешением? Ладно, резюме. Сейчас посмотрим. А, то есть тут есть еще КДА, да? Вот переворот. Пробел, что тогда? Нет, двойное я не хочу делать. Пока что игра нормальная. Только вот что вертикалка, не понимаю, что за херня. Так, стопэ. Значит, с того тоже осталось, да? Ага, мы через деревья, ну, как-то немного видим. Так, есть карта, это хорошо. Так, открылись ворота. Мы пошли в какое-то подземелье. Лэггинг. Да, чувствуется эта вертикальная синхронизация, вот это мигает. Это тоже игра roguelike. Они тоже маги. Так, у нас есть 3 хпшки. Ну, такое, знаете. А, какая-то вода. Это активный предмет? Так, ну это телепорт в следующий уровень, типа. Мне нужно понять, что за вода. Воу! А, он его оседлать хотел? Пираты. А я могу его оседлать? Ай, я его убил. Так, ну я могу жизни подбирать. Надеюсь, на записи будет не так сильно. Я не знаю, почему вот эти рамочки здесь. Вот вы видите, да, вот наверху. А ну, тихо. Ой-ой-ой. Такие дергания. Ой, стопэ, я забыл подрубить таймер. А, давайте пока будем идти. Я его включу. Так, часы. Секундомер. Старт. Все. Ну, первое впечатление, в принципе, если это бета, ну, вы понимаете, да, типа на стадии разработки. Так, чтобы активировать, нужно потратить 2. Да, тут тоже есть магазины. Одна золотая. 5 золотых. 3 золотых. Ну, еда это понятно, что. Что это такое? Кью. Ага, сетка, ловушка. Один раз, да, юзается? Так. Типа это хорошо. Здесь ничего такого нету, да? Кинем, ладно, продолжить. Давайте тогда по фасту. Мы купили сетку, в принципе, должна замедлять. Сейчас испробуем на первом враге, который попадется нам. Не, давайте, наверное. Немножко музыку прибавлю. Так, давайте сюда начнем. О, там какие-то уже рыцари. Я понял тебя. А-ха-ха. Короче, нужно его убивать только когда он открывает. Ай!
Ага, я типа снаряды снарядами отбиваю. Эй-эй. Ух, он нихера он наносит. Типа повторы. Рестарт. Типа заново, да, самого? Да уж. В принципе, мы знаем, куда идти, поэтому... А, я понял. Оп, ворот. Да, все-таки здесь все рандомно. Кабанчиков можно, в принципе, не трогать. Они нам ничего не наносят. Что вот это, я не понимаю. А, дамаг ап. У нас дамаг повысился. Хорошо. В принципе, волки вот опасны были. Кабанчики нет. Потому что они типа... Так, там решетка. Нам туда не пройти. Ну, такое, знаете. Так, тихо-тихо. Ого! Тихо-тихо-тихо. Значит, это хилки, хорошо. Допустим. Открылся где-то проход. Почему из них монеты не падают? Упало. То, походу, как наподобие обучения было. Знаете, чем-то напоминает The Gungeon. Своей механикой. Ну, пока что здесь ничего такого нету новенького. Это типа сейф или что? А, класс. Прочел. Одна жизнь, одна смерть и все. Ну, у нас монет вообще не было. Мы ничего, я не смог себе ничего купить. Ой-ой, нихера себе. А как мне вот это доджить? А это я понял. Рестарт. Так, здесь что-то уже, ребят, пошло непонятное мне. У меня урона 0. То есть грохнуть я их никак не смогу. Ай, черт. Не-не-не-не. Готово. Опять вода, да? А не. Range knock. Как это использовать? Так, option. Use item. Это активация, это использовать item. Roll, aim. Roll. Но одно и то же. Что то roll, что это roll. Мне нужно понять, что молоток делает. Так, новый предмет какой-то. Капкан. Ну, у меня вообще ноль голды. Ладно, поехали. Давайте снова в середину. О. Так, нужно мага ёбнуть, мне кажется, первым. О, тихо. Он ёбнул своего. Хорош. Ладно, против скелета тактика есть. И довольно легкая. Так, столы переворачивать не могу, ничего такого, да? Так, хп ап. Отлично. Значит, это просто предмет, который мне дают. Типа пассивок и все такое в духе. В домах я наношу маленький. Сразу видно. Ой-ой-ой. Ага, то есть он перезаряжается, да? В принципе, против него тоже тактика есть. Капец, он жирный. Все? Ладно, против него тоже, в принципе, есть какая-то тактика. Но он слишком прочный. Воу-воу.
Это типа создатель. Это магия. Это понятное дело. Так, хилка. Ты плохой, ты плохой. Ого. Ого! Ого! Я это не заметил. Так, ладно, рестарт. Давайте еще, ладно, один забег. Просто как пробный. Это ж мы пробно играем с вами. Не, волк тоже дружелюбный. Да? А не, нихера он не дружелюбный. Тупой волк. Значит, только кабанчики у нас мирные. Ай-яй-яй. Все, кабанчик, теперь ты можешь жить спокойно. Дамаг. Дамаг. Нихера себе! Волчара, ты жесткий, слушай. Что ты даешь? One free food. Короче, одна бесплатная еда. Тихо, тихо, тихо. Ой, я кабанчика попал. Он агрессивен ко мне теперь. Оп, уворот. Одна бесплатная еда. Но еды мне не дали. Парадокс. Так, еще там наверху есть, я вижу, проход. Вот эти враги, ладно, я понимаю. Одна тычка, они мертвы. Там я что-то вообще не понимаю. Какие-то жесткие мобы. О, бесплатная еда. Вот что она значит. Ловушка. Капкан. Ох, ты ж ё-моё. Хилап. Давайте глаз анонимуса возьмем. Эх, ты ж ё-моё. У меня короткие выстрелы? Да, классно. То есть теперь мне только нужно вблизи стрелять. Круто. И что? Скелет. Если что, он как бы завис. И что мне с ним делать? Вот что значит игра на стадии разработки. Ладно, умру от шипов. Классно. Рестарт. Значит, в принципе, мы можем ложить монетки, чтобы активировать стенд и зарабатывать на стенде активки, какие-то пассивки. Так, ботинки Гермеса. Увеличена скорость бега. Ну, в принципе, да, вот эта игра на ради разработки, типа, на стадии. Видно, это замечается. Так, две монетки, как раз я смогу себе активировать какой-то предмет. О! Ага. А, это рогатка, я подумал, это типа у меня кабан на меня злился. Кажется, нет. Так, два у меня есть. В принципе, могу активировать. Либо отхилиться. А, давайте я возьму лучше что-то.
Shot speed down, но дамаг падает, дамаг и бит down, дамаг up. Я лучше увеличу дамаг. Лучше дамаг увеличить. Level 2. Да, теперь я скелетов убью. То есть, с капли я смогу быстрее всех решать. Ага, то есть он нападает там, где был последний момент. Так, этим все равно нужно по 4 попадания. Да уж, ну такое, знаете. Интересно, становится ли стрела у меня сильнее, если я, типа, затягиваю ее? Не, не становится. Вот ловушки хорошо. Ловушки это прикольно. Их можно использовать как, допустим, свою же защиту. Тихо, авокадо. Хилап. То есть эти еще придурки могут нападать, но метать топоры. Они только оказываются метать его, когда скелет. Так, курочка отхилился. Столы переворачивать нельзя, это плохо. Самый жесткий для меня сейчас здесь враг. Ай, закрыто. Это считается будет рыцарь со щитом. Эти, кто можно как-то доджить, они именно такой там, где ты был в последний момент стоял. А вот с рыцарями проблемы. Потому что рыцари херячат куда хотят. Вот, блядь, и он. Привет. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ладно, по две атаки могу сделать. Пока он перезаряжается. Ну, знаете, так можно, в принципе, привыкнуть. Только вот это что дергается. Хотя у меня и уже и так включен, типа, вертикалка. Но в игре это еще нету. Поэтому есть такая, знаете, мнимая-мнимая полоса. Следующий этаж. Пойдемте посмотрим. Так, у меня 10 монет. Ух, что ты мне предлагаешь? Тор. Ничего, короче, хорошего. Можно взять капкан. Ну, как я понял, капкан у меня что-то как-то нестабильно работает. Поэтому я куплю курочку. И активирую предмет. Так, дамаг ап. О, дамаг вей ап. А, и хил даун, да? Очень сильно поднимает дамаг, но уменьшает жизнь. 14 стоит, нихера себе. Давайте косу возьмем. Попробуем. Потому что там сильно увеличит дамаг. Посмотрим. Посмотрим, насколько ты увеличишь. Ваншот. Ваншот. Ничего себе. Хера себе. Ваншотит челиков. И как мне их убивать? То есть они долго летать тоже не могут. Это скорее либо мне будет дамаг наносить, либо тормозить. Ай-яй-яй.
Ой! Ай-яй. Все, гасни, гасни. Долго она будет гореть? Мне интересно. Все погасло. Блин, я думал, что я мор... Ого. А, они гаснут все-таки. Костры. Ну не костры, факелы. Так, минус же чара. Блин, давай, давай. Не-не, не ваншотит. Это может три нужно, типа, удара. Зато мага ваншотит и скелета ваншотит. Что? Так. Короче, книги, ничего интересного. На английском я читать, переводить ничего не собираюсь. Так, нужно будет забежать и убить с одного выстрела. Черт, черт. Готово. По сути, где-то еще должен босс быть в игре. Давай, давай. Ух! Курочка. Ай-яй, промазал. Ну пока вот он отдыхает, нужно их дамажить. Так, поехали. Где карта? А, мне нужно всех грохнуть, точно. Лучше бы карта всегда была. Ай-яй. Ого! Это за счет скелетов, да, они так делают? Тихо, тихо, тихо. Я понял, как... Ой! Как он работает. Я теперь понял, как ты работаешь. Чёрты ж два. Чёрты, чёрты, чёрты. Ладно, давайте ещё один забег. В принципе, если собирать всё на дамаг, то там хорошо всё выходит. А так, дамага нет, типа, и шансов нету. Главное понять, что... Большинство здесь используют животных и все такое, блин. Я не хочу кабанчика хрохать. А у него клыки есть-то, защищают его. О-о-о! Ты чё, охерел? Так, а вот это плохо. Хотя... Там это сундук, да, что ли? Нет, это не сундук. Это какой-то левый пиксель. Типа, если мы в кабана не попадаем, он у нас в нее агрится. Так, ладно. Предмет... Хотя есть еще шанс здесь найти предмет. О, как раз. Дамаг, капля, капля, капля. Скорость передвижения. Такое. Ладно, тогда у нас будет 2-3 монеты. Мы заодно активируем кнопку. А что вот это мне интересно? 5 золотых. Я хочу ее купить. Так. Это плохое мясо, короче, из игры Don't Starve. LV up, дамаг you down. Короче, дамаг падает. Дамаг падает. Вы стреляете быстрее. Очень понимается скорость атаки, но она уменьшается с... Шот спит. Ну ладно, возьмем. Попробуем. Кулак. Level up. Не, знаете, ну как бы, пока игра на ранней... Блять, на стадии разработки. Нормально. Так, ладно, тоже ваншотит. Тоже ваншотит. Значит, маги, в принципе, агрят только огнем и
заставляет другие огоньки, то есть факела, атаковать нас. Давай, давай. Тебе монет. Атака. Атака. Опа, скелетов я не ваншочу. Плохо. Тогда я скелета ваншотил. Плохо. Ну, короче, дамаг я вижу... А, у нас же тогда еще капля была. Так, все. Монеты. Так, там еще есть проход, но мы открыли еще куда-то проход. Можно выйти, но так как там открывается за 14 монет. Ой! Ладно. Гномы эти не так сильно дамажат. Минус. Еда. Хилимся. Давай, давай, атакуй. А я промазал. Так, 16 монет. Или 17, сколько там стоило? Ой-ой-ой, зря я сюда, кажется, пошел. Давай, давай. Я не успеваю, что ли? Хера себе. Да, жестко уменьшается у меня. Уменьшается у меня жесткая скорость атаки. Да не, хотя за два успеваю убивать. За две атаки. Ладно, давайте, короче, пойдем, посмотрим, что у нас там в магазине появилось. Кажется, или 17. Я не помню, 14 или 17 было. Сейчас посмотрим. И будет прикольно, если я облажаюсь. 7. Kill up. Armor bonus of evil. On free food. Бесплатная еда. Я возьму зеркало. И здесь я возьму мясо. И давайте возьму ловушку замедлялку. Зеркало. По идее, дает мне какой-то армор или что-то типа того. Перекаты у меня быстрые стали. Да, скелетов замедляет хорошо. Нечего сказать. Оп! Ай-яй-яй. Так, минус. Ох ты ж, ё-моё. Теперь я понял, что она делает. Она... А чё мне он только... А, я мясо всё кушал. Так, вот это прикольно. Прикольно-прикольно. То, что теперь я могу... Блин, не туда стрельнул. А, я думал, это червя он выпустил какого-то. Да, сетка держит их хорошо. Так, большое помещение какое-то. Что мне дашь? Хлеб. Еще плюс хп. Какое-то огромное. Так, ладно, там... Или там был кто-то? Нет, там никого. И пустое, главное. Большое пустое помещение. Черепки? Это босс, вот значит. И там закрыто. Нет, тут походу кто-то есть. И нету. Да, замедляет сетка. Сетка хорошо, капкан ломает игру немного. Давай. Не будешь стрелять? Давай, давай, успей.
Да, сетка хорошая. Вот если выбирать, что брать, то сетка это лучше. Очень сильно замедляет противника. Плюс по полезности оно будет тоже лучше. Ты своего подопечного хотел убить? Так, хорошо, открылось. Закрыто все равно. То есть туда меня не впускают. Знаешь, где нужно искать рычаг? Повторно? Так вот рычаг, я же активировал стоять. Тогда я что-то тут не понимаю. Много чего-то тогда я не понимаю. Эй! Их, его можно агрить на удар. За счет этого наебывать. Ой, ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, нужно грохнуть. Давай-давай-давай-давай, успею. Так, курочка упала. Ладно, съем. Буду фул. Детка, на наебсике делаем. Оставляем его бить и убиваем. Так, все, вот это я теперь точно открыл. Так, давайте рикошетить. Так, не, монеты я заберу, конечно же. Монетки я заберу. Тебе. Минус. Ах ты, зараза. Он по сердечку спал... О, я отхилился зато. Кто я отхилился? Наверх я вернусь, типа, не могу обратно, да? Нужно будет, если меня убьют, просто проверить. И закончить тогда серию. Просто бегу туда, куда бежал. Потому что я вижу, вон, двери мне открылись. Зелененьким засветилось. А. И как вот это вот понимать? Вот это вот. Хорошо, побежали тогда на обход. Здесь ничего, да, нету. Ни секретов, ни потайников. Лейдинг. Левел 5. Я могу теперь купить глазик себе. За 5. Сколько стоишь? 14. Нормально. Prefect. Heal up. Heal way up. Damage and down. Это мясо из того. Принцики Arrow. Я не знаю, но это, допустим, сердце, да, даст? Давайте я перо возьму. И куплю глаз. А. Ничего себе. Не, ну знаете, если брать между этими, типа глаз, либо сетка, я лучше сетку возьму. Первое, перезарядка быстрая и очень полезная. То есть я могу сильно замедлить врага. Да, назад нельзя вернуться, жаль. Босс. Будет босс. Босс файт. Может, все-таки глаз нужно было взять. Ого. Опа, я через него стреляю. На самом деле это прикольно. Ого! Пипец, он дамажит. Он меня чуть не ваншотнул.
Сколько у него хп, мне интересно? Да ё-моё! Тихо. Блин. Так, когда у него глаз... они меня в камень превращают! Да, убил. Он что-то выпал из него? Нет. Так, перо отличная, я вижу вещь. Перо и зеркало это отличные вещи. Ух. Thank you for playing. Спасибо, что играли. Да. Как бы прикольно. Ну, это, в принципе, игра на стадии разработки, поэтому будем ожидать продолжения, пока выйдет полная часть, либо какое-то обновление, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, и всем пока!